Олимпийские игры в Токио близятся к завершению. Серпуховичи смотрят и активно болеют за наших спортсменов. Воспитанники спортивной школы «Русский медведь» под дзюдо и самбо до и после тренировок собираются вместе перед экранами телевизоров и наблюдают за происходящим на спортивных аренах летней Олимпиады. Юные чемпионы продолжают готовиться к стартующему уже в сентябре новому сезону. Тренируются, закладывают фундамент для будущих побед. А в свободное от занятия время каждый из них смотрит выступления лучших представителей любимого вида спорта на главных играх четырехлетия. Я смотрел дзюдо. Я болел за Мадину Таймазову. Жалко, что она не смогла занять первое место, но заняла третье. Это все равно хороший результат для нее. Потому что Олимпиада – это одни из самых важных соревнований в жизни у каждого. Эти мальчишки очень любят спорт, они живут им. Каждый день просыпаясь с одной мыслью – тренироваться, чтобы стать лучшими. Завоевать не только титулы и награды, но и сердца людей. Ну, я тоже мечтаю попасть на Олимпиаду. И я уже годами тружусь, чтобы попасть туда. Я мечтаю стать олимпийским чемпионом по дзюдо, может быть, и по самбо, если его включат в Олимпиаду. Наставники гордятся своими подопечными. Ребята добросовестно приходят на тренировки, выполняют все указания тренеров и делятся впечатлениями от того, что происходит на стадионах летней Олимпиады. И это хороший пример. Как раз наши ребята, ребятишки смотрят, видят, к чему стремиться, что вот тот уровень, как бы, и лишний стимул. Игры 32-й Олимпиады завершатся 8 августа, но можно не сомневаться, они останутся в сердцах и памяти миллионов людей, в том числе и наших юных чемпионов. Быть может, уже через несколько лет мы будем с гордостью следить за ними на самом главном старте в жизни каждого спортсмена.